Здравствуйте, мои дорогие девочки. Мы сегодня снимаем потрясающий вечерний образ. Начнем его с прически. Сейчас мы весь вот этот богатейший волос сделаем на гофре. Вот на такое. Это Руслан Татьянин. Обратите на него внимание. Мы очень его любим. Но Руслана тоже любим. Мы любим эту плойку. И сначала будем делать небольшой начес. Такой, знаете, совсем маленький. Это делается для того, чтобы, когда распушить волос, чтобы он не был очень четко прогофрирован. И так вот на весь волос делаем такой потрясающий гофре. У нас будет отличная копна волос, из которой мы потом будем делать прическу. Ну вот, мы сделали гофре на все волосы. Теперь вот такой расческой, лопаткой, мы будем прочесывать всю голову. Мне сейчас в этом будет помогать Ульяна. И следующий этап, который нужно будет сделать, хотя волосы и так уже, прическа объемная, очень будет красивая, нужно будет их накрутить вот на такие щипцы, опять же, всю голову. Прическа очень долгая, но очень эффектная. Вот уже посмотрите, какая копна волос потрясающая. Нам немножко можно сделать. Какая у тебя рабочая сторона? Фотографируешься, какая получается лучше? Вот эта, да? А вот это вот, кстати, у нас патчи, которые сейчас немножко уберут отек. И в процессе, пока мы делаем прическу, они очень классно поработают. Ни отека, ни темных кругов у нас не будет. Это нам позволит, и, конечно же, это максимально увлажнит кожу под глазами. Очень хорошо для возрастного макияжа, отлично для молодого макияжа, когда сухие или опухшие, подопухшие немножко веки нижние. Итак, будем использовать лак для волос. Будем брать маленькими прядками. Опять же, подчесывать. И вот на такую интересную полойку. Это от лака дым. Волосы не горят. Вот такая какая-то невероятная завиток невероятный получается. И нам такой завиток нужно сделать на всей голове. Он должен быть очень интересный, очень неопрятный. Сейчас мы будем делать фасон. Она у нас будет очень объемная. Мы накрутили, не расчесывая, мы разобрали руками. Плетение будет таким, потому что, к сожалению, я не знаю, как оно называется. Нам это нужно для того, чтобы мы не сделали короче нашу косу. Будем делать его не тугим. И будем очень много из него потом выбирать волосков. Видите, длина вообще не пострадала с таким плетением.
Убираем наши патчи. И вы видите, очень увлажненная кожа под глазами и мешков как на рукавах. Проходим праймером от MAC. Базу Бриолис. Используем базу MAC под макияж глаз. И опять же будем работать с моими любимыми пемпотами. Я люблю их наносить пальчиками. И на нижнее веко нанесем еще. Мне кажется, это макияж, когда нет совсем времени. И у ресничного края пройдемся более плотно кистью этим цветом. Тени Makeup Forever. Такой вроде и коричневый, и сизый немножко, лиловый, вернее, простите, оттенок. Вверх.